Я только вот сейчас заметил, что вот эта вот пипочка, как во всех телевизорах, вот Samsung, LG, Sony, да, это как джойстик, громкость можно громче-тише делать, а у Philips такой возможности не было. У Philips вот было все, кроме громкости. Либо этого я не знал, либо раньше такого точно не было. Круто. Наконец-то. Можно выключить, можно включить демо. Источники. Нет, не источники, это каналы, наверное. Это демо включил случайно. Нет, а выключил. Выключил. Сейчас включу. Вот. Источники. Это демо.